Уважаемый Сергей, уважаемая Анна, в жизни каждый человек мечтает найти свою половинку. Соединившись с ней в одно целое, пойти по жизни вместе рука об руку, вместе преодолевая трудности, вместе приумножая радости. Вы принимаете одно из самых важных решений своей жизни. Производите государственную регистрацию заключения брака. Вы желаете быть одной семьей. Семья – это счастье. Семья – это радость. Семья – это огромный труд души каждого из вас. Сегодня в присутствии своих родных, своих друзей вы подтвердите, что ваше желание быть одной семьей является искренним, обоюдным, что вы готовы взять на себя ответственность за судьбу каждого из вас. Уважаемый Сергей, вы готовы взять в жены Анну, заботиться о ней, как о матери ваших будущих детей, как о хранительнице семейного очага. Ваше слово. Готов, да. Уважаемая Анна, вы готовы взять мужья Сергея, заботиться о нем, как об отце ваших будущих детей, быть ему верной супругой, доброй подругой. Ваше слово. Готово. Свое решение скрепите подписью в записи акта гражданского состояния.
сушку. И все. Шла Саша по Сашце. Засала сушку. Засала сушку. Он тоже пил. Thank you.
ты родные, пусть сердца поют, как соловьи, пусть поют о вас настоящие чувства ваши, что красиво называется любовь. Пусть ваш быт весельем будет разукрашен, ну а я теперь и мама, и свекрой. Ура! Чтобы была счастливой моя старость. Пусть бой, юбки, восхода вас. Пусть дом ваш помнится детьми. Веселье, песни, звонким смехом. Пусть в этом доме расцветут цветы, а соль, как трава под снегом. Я вас поздравляю, желаю вам всего самого-самого-самого лучшего. Все было хорошо у вас. Любви. Давайте сочетаем. Примите друг друга. Я рад, что у вас. Счастья вам. Здоровья. Вот этот другим. Много детей не бывает. Правильно, правильно, Танюш. Учись у Крёст. Сегодня да, да, да. Чтобы сладкая ваша жизнь всегда была. Желаю счастья вашим молодым. Удачи в жизни. А в сердцах тепла. Вы в вашей жизни один из самых счастливых дней. Вы стали семьей. А самые счастливые моменты обычно запоминаются на фотографии. Поэтому мы вам хотели подарить ваши самые счастливые моменты в вашей жизни. И после свадьбы и фотосессии вы для себя сделаете ваши фотографии с вашего счастливого дня. Спасибо. На данном коллаже нарисованы именно те моменты в вашей жизни, где вы были самые счастливые. И на ней таких фотографий у вас будет много. Спасибо, мы рады, что вы сегодня записали нас здесь. Горько вам! Горько!
посмотреть, как они будут отдуваться на этом.